Федеральная резервная система США ожидаемо повысила на 25 базисных пунктов до 1,75% годовых процентную ставку по федеральным кредитным средствам. В этом году это второе повышение ставки и ожидается еще два. Такое решение было принято в среду по итогам заседания финансового регулятора. Главный вывод в том, что экономика чувствует себя очень хорошо, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, сообщив, что ФРС улучшила на 0,01% прогноз роста ВВП США на этот год.